И мы возвращаемся к теме сложной погодной обстановки в столичном регионе. Новость с пометкой «Срочно» только что пришла по информационным каналам. Агентство РИА Новости сообщает, борт премьер-министра Дмитрия Медведева из-за плохих метеоусловий в Москве совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Агентство дает ссылку на пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой. По ее словам, при заходе на посадку было принято решение уйти на запасной аэродром.